руководитель сборной БФУ Жданович Дмитрий Олегович. Пару слов о игре с ДГТУ и общие впечатления от тура. Хорошая игра была, боевая. Ребята бились в первый тайм. Отлично защищались, имели несколько моментов. Во втором тайме также имели несколько прекрасных возможностей сравнять счет после пропущенного мяча. Но немножко не повезло. Как говорится, везет сильнейшим. ДГТУ был сегодня интереснее в игровом плане. Поэтому все заслуженно. Поздравляю команду с заслуженными 3 очками. Спасибо.